Приветствую вас. Я бы сказал, что по фотографии можно сделать вывод, что этим человеком движет эмоции, увлечение и выгода. А я, к сожалению, должен констатировать тот факт, что, опять же, исходя из фотографии, этот человек не является надежным. Он не является самым надежным. Вот на него можно положиться, но это носит стихийный характер. И, к сожалению, это не носит системы. Также мне представляется, что этот человек довольно легко впадает в гнев. И, соответственно, легко попадает наоборот в возвеличивание. По сути, это такой взрослый ребенок, который то все идеализирует, что-то и загорается быстро. Вот. А потом у него это находит, и значит, он это наоборот обесценивает. А предполагаю, что у этого человека имеются некоторые вредные привычки, которые он, скорее всего, скрывает, предпочитая для других людей быть ярким, сильным, харизматичным и так далее. Этот человек в глубине души себя не принимает. И как любой не принимающий себя человек, ему свойственно проецирование на других своих проблем. Если говорить о том, о определяющей мотивации человека, то думается мне, что определяющая мотивация человека это чувствовать себя значимым. Чувствовать, что к нему прислушиваются. Чувствовать, что он имеет вес, он имеет значение. Вот так. Я думаю, что более полно вам, наверное, ответили бы на этот вопрос эзотерика, потому что все-таки психологи не гадают по фотографиям. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.